Re, viss ēters ir te. Еврокомиссия отказалась финансировать закупку 8 новых дизельных пассажирских поездов в Латвии. Теперь предприятию пассажиру Вилциенс нужно самостоятельно где-то найти 75 миллионов евро. Как нам удалось выяснить в Министерстве финансов, это обязательство отразится на государственном дефиците, но не сразу. Пассажиры Вилциенс имеют влияние на дефицит государственного бюджета, поэтому правительство должно будет решить, разрешить пассажиру Вилциенс отправиться к инвесторам, одолжить средства в госкассе или нет. Но влияние на бюджет может быть только в 2023 году, после заключения договора, объявления закупки и производства поездов. Пассажиры Вилциенс считается государственным предприятием, и именно поэтому его обязательства причисляются к общегосударственным. Что делать, сейчас думает Министерство сообщения. Изначально оно предлагало купить дизельные поезда за счет средств несостоявшейся электрификации железной дороги. Первый этап конкурса уже закончился, во второй тур квалифицировались 3 иностранных предприятия. Пассажиры Вилциенс собирался заключить договор до конца этого года.